Доброе утро, всем привет. У нас опять тепленько, опять солнышко, и мне опять снова хочется поработать. Пойду до саду. Микуша вон со мной побежала. Я пойду в сад гребсти листву. Я же нынче еще не гребла листву, и у меня все это там прыг-прыг-прыг-прыг. Вот она, пушистая такая вся девчонка. Смотрите, вся листва у меня лежит полностью, вот она. Мне нужно ее убрать. А пока нет дождя, тепло, там на 3 дня стоит минус 5 по ночам, а сегодня плюс 12, и поэтому я могу спокойненько поработать. Вот, если хотите со мной, немножко походите, возьму вас с собой. Смотрите, что творят они. Дерутся курочки вот эти. Кто сказал, что это курочки? А вдруг это петухи? Они причем вдвоем дерутся, они ни с кем не дерутся. Вот они. Смотрите. Вроде и сидят все время вместе. И в то же время они это самое... Почему-то дерутся. Так, я пришла-то за царапулькой. Ну-ка, отойдите. У меня здесь лопаты стоят. Мне пишут, чтобы я палку новую одела на грабли. Но я грабли еще не купила, чтобы одевать. Вот эти грабли, они были здесь у меня, на доме, когда мы купили дом. И очень. И вот это вот тоже было. Лопаты многие были. Одну какую-то мы покупали, вот эту что ли. А тяпки, лопаты, ломы, все вот это вот было. Так что вот так. Сейчас посмотрю, чем лучше гребсти. Если вот этой легкой получится, то ей буду гребсти. Если нет, значит попробую граблей. Здесь-то вот трава зеленая, так здесь вообще нечего гребсти. Но все равно мальмальски. Слышите, горлица. Горлица угукает. Я сейчас так кучки нагребу. И потом в тачку соберу все это дело. Мал-мальски уберу. Вон сколько здесь еще травы. Зеленой. Да, Микуша? Ты тоже помогай. А Бонечка куда-то убежала. Куда она убежала, непонятно. На крышу, наверное. Микушка, а, Микушка, не боишься, что ли, грабли этой? Не боишься. Ведь вот эту вот не скосили. Потом я ее руками, наверное, вырву. Ну, вот эти вот семена. Вот они, горлицы. Надо елку наряжать. У нас еще не убран сад. Не знаю. Все-таки мы решили наряжать елку нынче. Как бы там ни была обстановка. Все равно мало ли. Кто его знает. Живем один раз. Может, это для нашего мира последний Новый год. И пусть мы его проведем по-настоящему. Всякое же может быть. Сегодня живем, завтра можем и не жить. С такой обстановкой в мире, с такой обстановкой среди стран непонятной. Почему они так себя ведут, почему не хочется людям мира, непонятно. Неужели нету ничего такого, ради чего хочется жить, а не воевать? Не хочу я вот эту тему, конечно, заводить. Вообще не люблю. Сами знаете, почему. Наша семья в первую очередь пострадала от этого. Но молчу уже сколько. Год, понимаете? Вот это все творится.
Еще и эти хейтеры постоянно пишут всякую ерунду. Как у них язык поворачивается, не знаю я. Видать, нету ни детей, ничего святого. То им то не нравится, то им другое не нравится. Да не приходите вы ко мне в дом, я вам еще раз повторяю. Учите других. То я не так выгляжу, то еще что-то. Как надоело. Напишите это знаменитостям. Они вам так ответят, что вы окажетесь не только далеко на три буквы, но и можете еще и в тюрьму попасть. Потому что каждый человек решает сам, как ему выглядеть, а не как вы хотите. Я думаю, человек, который это написал, он знает об этом. Там, что я ей отвечаю, он понял. Нашел самого слабого человека и пишет ему. А ты зайди на другой канал. Так ответят, что будешь ночами не спать. Даже слушать не хочу таких людей. Никогда никому не указываю, как жить, как выглядеть, что носить, что есть. Ваше какое дело. За своей семьей смотри. И за своим, как говорится, домом. Сидят, всех учат. А у самих, наверное, за плитой газовой жиром все заросло. Не то, что там в мозгах, в доме, наверное, черти что творится. Не хочу такие вот ролики снимать. У меня вообще позитивный канал, добрый. Но иногда у меня не хватает никаких нервов. Понимаете, насколько народ бесчеловечный. Сидят там, судят со своей колокольни. С мешком денег и думают, что у нас то же самое. Что мы должны жить так, как им нравится. Вы покажите вначале себя. Так показывать, как я показываю, по-моему, вы никогда не покажете. А потом я буду смотреть, как я это правильно делаю или неправильно. А то себя не покажут, а других учат. Открой канал, покажи, как надо. А не учи в комментариях, как жить. Как говорят, не учи морально, помоги материально. Так нет, вы что? Они будут нервы трепать. Я, конечно, таких общаюсь, а потом до того они наглеют. Я беру баню прям, и все. Никаких тебе делов. Не заходите ко мне в дом. Я вас пустила. Я пускаю в дом только друзей. Всех вот этих вот недругов и всех злыдней просто не хочу видеть у себя на своем участке. У меня достаточно подписчиков, которых я устраиваю, которые меня устраивают. Они приходят ко мне в дом каждый день. Так что вот так, друзья. Так, идем дальше. Листвы-то, оказывается, много, друзья. Смотрите, сколько много. Буду убирать. Куда деваться? Мика, смотрите, роет. Что там роешь-то? Там крыжовник, она лапки-то свои уколет. Листва, конечно, мокрая, но все равно убирается. Хорошо, ветра нет, она сейчас пока не разнесется. Многие мне пишут, не обращая внимания на эти комментарии. Я и так много не обращаю внимания, просто удаляю и баню. И все, и говорю, не заходите ко мне на канал, нечего делать. Канал – это мой дом. И сюда я прошу заходить только людей, которые мне близкие по духу, по общению, по интересам, по каким-то своим, можно так сказать, жизненным позициям. А все остальные,
пусть проходят мимо, которые считают, что они важны для себя, но для меня они никто. Не надо мне тут указывать. Ой. И так много уже ушло людей, которым мы надоели. Остались только те, кто любят именно дом, жизнь в доме. Те, кто следят за нашими событиями в семье. Кого устраивает. Кто переживает за моего сына, как, чем дело кончится, не знаю. Но пока никак, друзья. Вы видите, рисковать он не будет, потому что это непонятно, как, где и что. Дождемся, все-таки когда-нибудь же придет мир. Я думаю, вот так же не бывает, что вот прям всю жизнь это будет длиться. Все когда-то заканчивается. Ой, сколько листвы-то, боже мой. Это мне надо на тачку вывозить на компостную кучу. Такую листву не буду я жечь. Она, во-первых, воняет, а во-вторых, она не сгорит, она мокрая. Сейчас пойду за тачкой схожу. И начну уже первую листву разбирать, вывозить. Это только вот три дерева, да, и вот уже две кучки. Надо это подгребсти сюда, в одну кучу. Травы, море. Просто море. Вот это вот хорошая, легкая царапулька. Она сколько раз сломалась. Она даже мне раз потварит сваркой. И она еще работает. Сейчас их полно таких. Но это вот старинная еще, наверное. И в том году, мне кажется, в октябре уже все убрала. В этом году все никак не доберусь. Смотрите, опять клубника цветет. Зачем она цветет? Они рассыпались. Листики. Это под грушей. Побелила в этот раз вроде неплохо. Держится. И здесь. Это вот кучки с соломой. Это я курятника сюда добрину насыпала. Надо будет раскидать вилами под все дерево. За зиму оно все перегниет и в землю уйдет. Мы все время подсыпаем что-нибудь под деревья на осень. Ну, на зиму я имею в виду. Конечно, не выгребается. На лысую я не буду выгребать. Уж сколько выгребится. Еще рука устает все это гребсти. Ну, какую-то часть все равно уберу. Там осенью уже буду. Ой, осенью, а потом весной еще уберу. Так. Петушки поют, поют и мои, и соседские. Так вот уберу листву, а потом вот эту траву можно будет их уже курочкам рвать. Ее видно хорошо. Ну и подсохнет. Вот груши, сколько листвы.
солнышком вышло. Утром такой опять рассвет был красивый. Я курочек кормила, но за камерой не пошла. Очень красивый. Розовый такой прямо. Рельеф. Прямо обалденный. Вот люблю вот такую зиму, чтобы у меня не было никаких морозов. Чтобы меня не трясло и не отмерзало все, что можно. Как вспомню раньше. Стоишь на работу, на остановку, на трамвай. Трамвай-то уже мерз, то сломался, то еще что-нибудь. А на работу не пропустишь там, потому что раствор ждет. Кто его вырабатывать будет? Господи. Либо пешком идешь, либо ловишь альтернативу какую-нибудь там маршрутку или еще что. А маршрутки тоже холодные, леденющие. А морозы сильные. Даже минус 25 это очень холодно, поверьте. Это не сидеть дома, а работать. На стройке, на которой заходишь на объект, там порой окна только вставят, а стены промороженные, ледяные. Нужно при плюсовой штукатурить, а оно там плюс 5 прогреется, например, и все. Раствор накидываешь, а он промерзает. А потом люди говорят, вот, квартиры, почему отделка такая? Потому что нас заставляют. Говорят, ничего страшного, штукатурьте. План надо выполнять. Вам нужно квадраты зарабатывать, несчастные. А там, чтобы заработать квадраты, там столько нужно заштукатурить на всю бригаду. Все это, конечно, там обманывали нас постоянно. Сколько все это стоило и сколько нам платили. Даже по моей пенсии, да, видно, сколько я заработала. Хотя я сейчас на социальной, но вот с этого месяца у меня должна пенсия по стажу быть и по зарплате. То есть посмотрим, я потом расскажу, когда выплатят. Не знаю, когда они с декабря или с января будут платить, потому что мне 55 декабря, вот 22 будет. И это... И они мне, по идее, с 55 должны назначать уже пенсию по стажу. Вот посмотрю, что назначат. Олежке тоже назначили пенсию, но он все ее еще никак не получил. Ну, не выдают. Не знаю, может, в январе дадут. Но написано, что назначили на госуслугах. Так что у Олежи стаж общий получился 35 лет, оказывается. Мы думали 32, а 32 это с армией. А еще училище, оказывается, 3 года нужно приплюсовать. Получается 35 лет. Вот. Рабочего стажа 30. 2 года армия приплюсовывается. И 3 года училище тоже приплюсовывается. Получилось 35 лет у него. Из них вредного стажа у него. Ему надо было, по-моему, 12,6, что ли, по-моему, надо было. А у него 20 с лишним лет вредного стажа. Так что он по вредности всяко-разно проходит. Это у него сварщик. А сварщики, они идут по вредной сетке. Потому что они очень травятся при сварочных работах. Очень теряется здоровье. Зрение, легкие. Все вот это вот обязательно идет. Тут у меня здесь крыжовник, видите? Надо было его маленько подрезать. Ну там весной, если что, посмотрю, какие листики зеленые, какие нет. Вот это черти что у меня здесь. Я ее спилю. Я показывала, думала, это айва, а это не айва. Просто здесь какой-то кустарник вырос из косточки. Так что вот так. Одна подписчица спрашивала, где мы познакомились с Олегом. Мы познакомились в училище. Мы учились в одном училище. Мы же по молодости поженились. Раньше так было же. Все, как говорится, по любви. Никто не смотрел, что у кого есть. И какой, как говорится,
дом, квартира или еще что-то. Я голая была, как сокол. Нас выпустили. Как бы не было мне ничего. Ни жилья, ничего. Вот. Олег жил с родителями. С мамой, с папой. У него еще есть сестра родная, с которой они не общаются. Ну, она сводная по матери. Он жил с родителями, когда мы поженились. Сестру я его не видела. Она работала и жила в другом городе. Нам было на третьем курсе. Мы стали дружить. И, окончив третий курс, в июле, 17 июля, мы поженились, потому что я уже была беременная. Вот. Немножко поработав, я ушла в декрет. Буквально там несколько месяцев на стройке. В октябре Саша родился. В июле мы поженились, в октябре Саша родился. Олега забрали в армию. Он служил 2 года, мы его ждали. Я сидела в декрете 1,5 года. И как только Саше 1,5 года исполнилось, я сразу вышла на стройку. Вот, мне дали общежитие. И мы переехали в общежитие, Сашенька. Маленькое, 9 квадратов. Ну, оно было как бы свое уже. Я была очень рада, что мне дали общежитие. Мы там жили. Когда Олег пришел с армии, он пошел в МЖК. Тогда, помните, МЖК было? Нет. И мы заработали по вечерам после стройки. Мы ходили в МЖК и заработали себе однокомнатную квартиру. Какая она у нас была хорошая, в кирпичном доме. Так мне нравилась она. Мы сделали там все. Полностью этот дом Олегова бригада строила. А я приходила, сама штукатурила, сама белила, красила все. Полностью всю отделку мы сделали с ним сами. Нам единственное, что там сделали, это поставили окна и двери. Ну, тогда деревянные, конечно, это все ставилось оптом. А отделку мы полностью сами делали. Поклевали, штукатурили. Это все сами. Вот. Такая вот у нас судьба. А у нас уже была однокомнатная квартира, когда Саше было 3 года. То есть через год мы уже заселились после армии. Когда он пришел, за год мы заработали квартиру. И мы заселились в однокомнатную квартиру. И жили. Вот такие вот дела, друзья. Тогда было как бы проще. Государство давало возможность людям заработать себе жилье. А сейчас только дает возможность покупать. Молодой человек вышел с училища, с института, хоть откуда. И он должен полжизни горбатиться, как бы, на ипотеку, там, на все такое. Если нет от родителей ничего, то он должен горбатиться и зарабатывать себе квартиру. А мы за год могли заработать. Вот. Так что вот так. Друзья, такая вот у нас судьба. Женечка у нас родился, когда Саше было 7 лет. У нас очень долго не было детей. После Саши не было. Ну, хотели второго ребенка. И как-то так Саше было. Ну, Саше уже 8 было, когда он родился, но когда я забеременела, было ему 7. То есть у них 7 лет разница. Саше сейчас 36, а Жене 29. Так, ладненько, наверное, я увезу пару тачек, а потом дальше буду убирать.
сходила 4 тачки. Вот, более-менее почище стало. И когда будет еще сухонько, я еще листву соберу. Видите, она вся не собирается, потому что она мокрая. А сейчас мне нужно залу собрать из бочки, а то дождь будет с обеда. Я пришла залу собрать. Сейчас прокину бочку и в ведра ее увезу. Все здесь прогорело давным-давно. И нужно будет ее прибрать. Зала очень нужная. Следующая зала не скоро будет, потому что в основном жгем весна-осень. Летом уже ничего не жгем. Видите? Опа! Здесь хорошая зала. Она вся с веточек. У нас вот так, видите, бочка стоит на железе и на кирпичах. Сейчас главное не уделаться в этой зале. Так. Уголечки я еще курочкам кидаю, им очень полезно. Так, какая-то бумага не прогорела. Ну ладно, пусть пока. Сколько тут? 2 ведра будет, может больше. Придется еще, наверное, принести. Смотрите, неделя прошла. Опа. А она еще горячая, представляете? А-а-а. Внутри горячая зола, обалдеть. Ну, она остынет. Железные ведра я ее. Фу, я вся в зале, наверное, сейчас буду. Пусть маленько пронесет. За мной не ходи. Микуша. Микушка. Дыхнула чуть-чуть все-таки. Золу. Так, поставлю на тачку и увезу. 2 ведерка и тачку увезу. Так, там еще есть. Да, еще есть. Пусть лежит. Сейчас еще пустое ведро привезу. Так здорово. Считай, ползимы прошло. Ну как ползимы? В январе вообще-то ползимы будет. А сейчас декабрь. 18 сегодня у нас. И пока зимой не пахнет. И это очень радует меня. Для этого мы сюда и переехали. Чтобы не видеть 30 градусных морозов. Лишь всего лишь небольшой морозец. Который не страшен. Вот. Друзья, я очень здесь себя хорошо чувствую. Очень мне здесь нравится. Климат, именно климат, вообще офигенный. Так, наверное, я поставлю золу туда вот, под этот. Посмотрю, здесь сухонько. Не должно здесь намокнуть ничего. Сюда поставлю. Так. И вот так. Здесь шашлычка стоит. Надо еще ведро. А, вон еще железное ведро. Сейчас я его возьму. Здесь у нас такой подсобный угол. Сухое, сухое. Все. Сейчас будем... Все ходят за мной, как эти по пятам. Горит до сих пор, господи, головешки. Насколько долго может лежать вот это все в горящем виде.
не прогорело. Некоторые палочки тоже. Надо будет их обратно отправить. Ну вот, 3 ведра золота получилось. Надо ее перевернуть и высыпать. А бумагу обратно запихать до следующего. Так. До следующего раза, можно так сказать. Бумагу, головешки запихаем назад. В следующий раз прогорят. Веточки некоторые тоже не сгорели. Так, а эту сюда. Под хурму. И это тоже. О, это там вот хурма, а это инжир. Ну все, друзья. Микуша. Надо бочку закрыть, чтобы вода не наливалась. Сейчас вот этим вот шифером. Когда бочка пустая, мы шифером закрываем. Когда она с углями, крышкой. Да, с углями, крышкой. Крышку эту теперь можно унести. Еще лопата. Столько всего. Вот поработала. И прямо, говорю, вместо зарядки. Обалдеть, как здорово. Никакой тренажерный зал не нужен. И так потихоньку дни проходят. А там лето наступит. Ну, я думаю, у многих такая жизнь. Кто-то дома сидит, конечно, телевизор смотрит, да шанишки жует. Кто-то в доме копошится, кто-то держит животинку. Кто что, кому что удобно. Тот так и живет. Вот. А некоторые говорят, что они ходят каждый день по концертам, по ресторанам. У них, конечно же, совсем другая жизнь. Но это их право. Как жить, с кем жить, ничего. Так, сейчас я его поставлю, а тачку увезу на место. Ну вот, 3 ведра золы у меня накуплено теперь. Вот эту вот закрыть, чтобы... О, все, прикрыла. А это пойду увезу на место. Курочки, сегодня у вас воскресенье, последний день подсчетов яиц. Надышалась золы. Получится, сколько за неделю, интересно, яиц. Это у нас декабрь. Ну, и они же у меня молодочки. Одна написала, что... Типа 13 яиц. А сколько она там говорит, 21 курица? У меня не 21, во-первых, курица, а 19. Из них трое еще не несутся, потому что они 5-месячные. И что я их плохо кормлю. Поэтому всего лишь столько яиц. На самом деле, если она не знает, что каждый день несутся только определенные породы, типа Лумен Браун и все такое. А эти несушки, они несутся раз, ну, раз, наверное, в 2 дня. Получается, каждый там 24, наверное, часа, 20-24 часа. Они только так несутся. То есть каждый день от них яйца не стоит ждать. Через день получается. Вот. Они не это. Не из тех пород, которые на птицеферме там. На птицефабрике, которые ежедневно как стреляют этими яйцами, они такие рыжие. А эти у меня, они через день несутся. Так что уж какие есть курочки. Но нам этого достаточно. Пока, по крайней мере, достаточно. Но все равно мы
инкубатор будем закладывать весной. Ну, не весной, наверное, уже в феврале. Боня, ну иди. Что ты? Куда пошел? Так, кыш отсюда. Кыш-к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 ыш. Бонечка, ну зачем ты залезла? Ты мне скажи. Зачем? Что ты там нашла? Ты туда хочешь или нет? Пойдем я тебе. Пойдешь сюда? Или не пойдешь? Пойдешь? Смотрите, у нее тут какой домик есть. Вот какой у нее домик. Ой, зацепилась. Видите? Так, не клевать дверь. Видите, какой у нее домик? Это Саша сказал ей сюда принести. Мы, конечно же, принесли, чтобы она тут спала. У нее здесь тепленький такой матрасик. Ну, это она, когда хочет, тогда остается. Вот сейчас она зашла. Пусть зашла. Посидит маленько, поспит, потому что она убегает на крышу туда, к соседям, и там спит. Не знаю, что ей там нравится. Так, у этих еда еще есть, вода есть. Ну все, я пошла, друзья. Друзья, ну и заключительно сегодня воскресенье. Собираю 7-й день яйца. Посмотрим, сколько они воскресенье снесли. Так, я думаю, достаточно. Сегодня они снесли. Сейчас я их соберу. Боже мой, это что такое? Это что за монстр? Или это маленькое, или то слишком большое? Ладно. Обалдеть! Я такого еще не видела. Кто это? Кто это такие несет? Боже мой, кошмар. Не, конечно, я видела, были у нас у прежних курочек тоже были такие большие у некоторых яйца. Так, 10 штук получилось. И еще вечером приду, посмотрю. Ну, это, конечно, что-то с чем-то. Ну, ради интереса я хочу взвесить вот это яйцо, во-первых, большое. Непонятно, кто его, конечно, снес. 90 грамм, вы посмотрите, 90 грамм, обалдеть. Ну и обычные яйца сейчас взвешиваю. Сколько они? 61. Есть малышки совсем, которые только начали нестись, видать, вот 48. Ну и те курочки, которые разнашиваются, они, ну вот 59, 61, это вот такие вот. Вот темненькая, которая курочка несет, 64. Но это, конечно, что-то с чем-то. 90, обалдеть. Такого я еще не видела. 91 даже, видите? Вот так вот. Какая-то курочка у нас начала нестись. В общем, сейчас посчитаю и вам скажу, сколько яиц у нас получилось. Я вам вчера, кстати, в субботу не показывала. Я сейчас посмотрю, у меня там записано в тетрадке, я не помню сколько. Ну, сегодня 10 яиц, но еще не вечер, как бы время 4 часа. Но я боюсь, что уже сейчас дождь пойдет, и они пойдут на сон. Но все равно я схожу еще до вечера, еще посмотрю яйца. Вот, друзья, результат у нас 61 яйцо в неделю. Несется 16 курочек. Курочки у нас не ежедневки, а которые через день несутся. Имейте в виду, если кто-то думает, что это мало, но для домашних курочек это достаточно. Три курочки пятимесячные, они еще не несутся. Все, эксперимент провела. Ну, так приблизительно буду теперь знать, сколько курочки у меня неслись в декабре. Все, всем пока-пока, всем спасибо большое.